Высшая школа журналистики Казанского федерального университета уже второй год ведет работу зимней школы «Олимп». Она направлена на ознакомление школьников с телевидением. 12 декабря будущие журналисты заканчивают курсы школы. Школьникам прочитали лекции преподаватели Высшей школы журналистики Казанского федерального университета, чтобы ввести их в профессию журналиста. Также для них были проведены мастер-классы от работающих телевизионщиков. Самым интересным для ребят стали практические занятия. Я получил колоссальный опыт, это просто... Ну, неописуемо то, что я побывал в студии, впервые записал голос на радио, вел новости. На зимней школе «Олимп» я первый раз попробовала себя в формате ток-шоу. Это было очень даже интересно. Я научился, как быть ведущим, как им стать вообще, вот, не знаю, корреспондентам, мне это все рассказали, тут все вообще ясно, коротко и понятно. Большинство из них планируют стать студентами Казанского федерального университета, а далее выбрать дорогу телевидения. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.